Итак, чат, а сейчас мы отправляемся в GTA 5 RP. В GTA 5 RP мы отправляемся, у нас подъем с бомжа, куча всего. Продолжаем наш этот, у нас сегодня прямо набитие игр. За что бан словил там? За то, что отхуесосил мамку челика. Ну, он сам спровоцировал, он полную хуйню сделал. Нам, кстати говоря, сейчас есть чем заняться, ребят. У нас интересная движуха. Мало того, что мы так с вами и не занялись угонкой со шлюхами, мы это сейчас попробуем. Мы с вами еще также сейчас решим вопрос со судом. Мы сейчас поедем в мэрию. Как раз 7 часов. Мы будем добиваться, блядь, исполнения. Да, заниматься судом. Будем подавать иск. Будем подавать иск, блядь, в отношении произвола ментовского, который произошел. Мы сейчас будем разбираться, я буду требовать компенсацию. Мне порвали маску. Короче, сейчас мы будем разбираться с этими клоунами, ёбаные, блядь. На стрим бан попал? Нет. Да меня разбанили потом там сразу. Итак, я в японской мафии, так, последнее место, погнали. Ой, я вообще в анусе ебаном. Я вообще могу в японской мафии стартануть на самом деле. Надо в японской мафии стартануть. Вы потеряете все оружие, а у меня нет оружия. У меня оружия нет. Да, кстати, на мне еще статья висит, блядь, и мне надо, чтобы ее сняли. А еще у меня косяки отняли, но за косяки мне никто деньги, конечно же, не вернет. И это, конечно же, печально. Так, чат, а где стоянка? Напомните, я штраф стоянка знаю где, а стоянку я забыл где. Как она стоянка помещается? Там, блядь, там-то где? Не, я, кстати, правда забыл, подожди. Это не она. Не, Рил, блядь, погоди, а где? Автосалон Платинум, нихуя себе. Бля, меня бы довезли, конечно, было бы охуенно. Я вообще с какого-то не того выхода вышел, блин. Оранжевый гараж, это разве парковка? Бля, ну получается ближайшее вот это, ладно. Бля, подожди. А чё так, блядь, никого нахуй, я не понимаю. Куда я вообще попал, блядь? Так, погоди. Чё за... А, во. Нихуя себе, какой карт прикольный. Бля, меня чтобы меня довезли. Бро, подвези, пожалуйста. Подвези, пожалуйста. До парковки, если не сложно. Благодарю тебя. Что за хуйня? Не-не, обычная парковка, обычная. А можно штраф? Любую, любую, давай любую. Я все равно выкуплю, давай, любую. Я забыл, что я на штрафе. Бля, у тебя шустрая тачка, пипец вообще. Сколько гонит? Бля, он говорить не может, блядь. Ему походит. Мне не надо с ним общаться. 200, бля, нормально, нормально, хорош. Да, бля, не разговаривай со мной, вези, сука, бля. Понятно, ну круто, слушай, я, может быть, так уже прикуплю. Блядь, сука, я бежал пешком быстрее. $50,000 где-то. Нормас, нормас, буду копить.
Бля, все, я молчу. Нельзя с ним говорить, я не разговариваю. С ним нельзя разговаривать. Эдуард Дубай, блядь. Ай, момент на меня. Дубай, блядь. Это хорош, блядь, хорош. А чё не Сочи, блядь? Эдуард Сочи, блядь. Звучит гораздо лучше, чем Эдуард Дубай. Все, спасибо большое, бро. Удачи. Не будем ждать, когда он нам ответит, блядь. У нас нет... Бля, кто, сука, стреляет, блядь, по мне? Так. Да, за ноль. Слышите, это моя... Ёбаный рот этого казино, блядь! Твою мать, нахуй! Автомобиль помяли, блядь! Пиздец! Блядь, я в ахуе. Так, в мэрию срочно. Я буду требовать, я буду жаловаться. Где мэрия? Мэрию. Поехали в мэрию. Срочно в мэрию адвокат нужен. Поебашили. Сейчас я буду, блядь, пиздец в её. Я буду сейчас требовать справедливость в суде, блядь. Так, а как мне, кстати, на них жалобу-то подать? Мне же надо знать, на кого. Чат, а вы можете глянуть, кто это были? Может, кто-то клип тогда сохранил, когда они выёбывались? Чтобы мы указали их старые... Или как вообще, блядь? Или у них как-то это зафиксировано где-то? Вот как они поймут, кто это был именно? Да-да, клип. Так, нам сюда. Ебать, у мэрии машина, пиздец, да, я в ахуе. В отчетах по задержанию. А, да, у них... Нет, ну мне же надо кого-то ссылаться. А, ну они увидят, что это я, и там уже все сделают. Добрый день. Есть сотрудники мэрии? На месте кто-нибудь? Сотрудник мэрии срочно нужен. Срочно, чтобы восстановить справедливость. Зачем вы мне тянете руку, молодой человек? Добрый день, коллеги, люди и все, кто там есть, что вам кому-то помочь, что-то тут. Мне срочно нужна помощь. Но я в очереди, вот не знаю, может, молодым людям тоже что-то надо. Конечно, давайте путем очереди будем общаться. Поехали. Первый вопрос. Лисенка как мог помог, прокуроры заняты. Все? Дальше. Не получается так. Че у вас, какой характер прокурора? Ну, жалобы или... Сотрудник ФИП превысил свои полномочия. Оставляйте на госпортале электронную жалобу. Уже я сделал. А, блядь, жалобу электронную надо? В смысле, блядь? Какая нахуй электронная жалоба, блядь? Дальше, Лисята, вы тоже с Лисенком? Они все со мной. Я не с ними, я не с ними. Понял. Кинь-то. Ладненько, я старался, извините. Если что, я там напишу проки, если буду свободно. Давайте. Так, молодой человек, меня сказали, чтобы я сюда заехал по этому вопросу. В общем, произошло задержание меня с полными нарушениями процессуальных действий. Да господи, блядь. Какую-то электронную жалобу ебаную, блядь, надо сейчас составлять будет, пиздец. Ну я составлю, блядь. Сам был. Я, видите, имитирую реального игрока, так сказать, да. Я парнишка седой. Я совсем Алик себя не слышу. А? Что ж ты, шар? Давай попиздимся. А я только приехал. Давай, если не стыкуешь, пошли выйдем за угол. Не слышишь? Слышь? Что такое? Пошли выйдем за угол. Ребята, берегите здоровье, вы шо? Вы чё ссоритесь? Вам кажется, это мне так многие говорят. Вам кажется. Почему вам так знаком Иваны голос? Вот скажите, Алекс. Почему знаком Иваны голос? Объясни мне, пожалуйста. Блять, Алекс, ты снова нахуй. Артачил.
Господи, почему, почему так плохо работает мэрия? Где сотрудники? Что со мной? Че у меня анимация не казала? А, настроение нет. Меня он принял, обработал. Блин, мне, кстати, еду надо купить. Господа, здравствуйте. Гудер или вице-гудер, кстати? Да, понятия не имеем. Мы ждем сотрудников мэрии. Сотрудники мэрии, срочно на стойку администрации! Повторяю, сотрудников мэрии, срочно на стойку администрации! Уважаемый, не орите, это сейчас вас уведут. Ну, никто меня не уведет, никто не уведет. Я требую сотрудника мэрии, он в рабочие часы, почему его нет на работе? У гражданина проблемы, ему срочно надо решить. Где сотрудник мэрии? Не на... Герман, идите решите вопрос, тут буянить один гражданин. Я уже на пределе. Буянит, он просто просит человека. Нет, боже, какой буянит. Решите вопросик. Кричит, тут это мешает людям работать, хулиганит. Мешаю, хулиганю. Тут даже 21 вообще не, вообще даже не пахнет. Сейчас я оденусь и вернусь. Что за бред? О, все, вам, пацаны, текайте. Герман сейчас будет злой. Вы видите его леопардовую попу? Я никуда не буду ходить, я жду человека. Опа. Вот губернатор, вы гражданин, выключили. Здравствуйте. Вот. Да, здравствуйте. А можно остановиться? Блять, какого хуя вообще? Можно у вас? Минут 10 подождите, ладно, у меня сейчас собрание. Конечно. Чуть-чуть, конечно. Я подойду. А кто-нибудь есть из сотрудников-то, блин? А, господи, куда все делись-то? Чё никого нет? Господи, не поможет. Не поможет тебе никто, сладенький мой. Дениска Холланд. Да мне кажется... Где? Пародируют меня просто. Что? Что? Я не знаю, кто вы даже, молодой человек. Я так же само не знаю, кто вы такой. Вы не представились, не показали ни свои документы. Я не понимаю, что вы хотите? Вы орёте здесь. Почему вы орёте? Бля, ебать кринжа. Ладно, понял. Или вы хотите записаться на pornhub.com? Я хочу перестать слушать кринжовые шутки, если можно. Спасибо большое. А то у меня аж лицо так скривило, что боюсь, оно потом уже не раскривится обратно. Спасибо. Вот, молодой человек, отправили в мэрию решить вопрос, значит, было, меня задержали с нарушением процессуальных действий в большом количестве, посадили, и мне нужен адвокат, чтобы подать в суд на сотрудников за то, что они, так сказать, превысили должностные полномочия. А 150 тысяч есть у вас? Молодой человек, я не с вами разговариваю. А 200, вот. Уже 200. Так, а что, собственно, что мне нужно делать и вообще как это происходит все? Процесс подачи жалобы на сотрудников какой? Жалобы? Жалобу вы можете оформить... Ну, в суд, хочу в суд. Да, мне нужно возместить ущерб, они порвали маску, задержали меня неправильно и... вообще там надо куча... писать иск. Ну, пишите иск, все потом судите. А мне для этого адвокат, соответственно, нужен, правильно? 200 тысяч надо. Вы можете и сами это сделать. Может, самому, а можно... Он выигрывает судья, он опытный адвокат, вот советую, выигрывает все судьи. Занят? Так, значит, нужен адвокат, ну, правильно? Или самому? А куда иск написать? Ну, только освободишься, мы это не делаем. Иск пишется в портале штата. Могу показать конкретнее. А, ну, было бы здорово, да. Давайте, скажем так, с писателями обменяемся. Адвокат, это, Бульба, ой, давайте отойдем, я здесь молодой человек кричит, я не слышу. Давайте, это пиздец полный. Страшнее кричащего человека, это человек, который при этом думает, что он смешной. Так, это, будьте добры, куда мне надо зайти? Смотри, заходит на портал штата, после чего на наш прекрасный сервер. Ну, далее. Так, далее, а на портал штата это куда именно? Сейчас я вам мысленно передам. Да-да, будьте добры. Да, гражданин 1367, что вас интересует? Как вас? Бля, очень кринжовый чел, блядь, да. Это наш Герман, это наш сотрудник. Он как будто пытается быть ютубером для детей. Бля, я не знаю, но он, блядь, сука, не смешной. Так, А, так ты не наш, пошли его этим сейчас на кулак посажу. Герман, пошли его сейчас на кулачу. Ага, вот. Сейчас подожди, мне надо... Так, вижу. Поесть. У меня тут... Секунда, подожди. Так, ну-ка. А, да? Так, хорошо, я, значит, захожу туда. А дальше... Дальше получается нажимать на кнопочку.
А, пост-тред. Вот. Присылайте своему иску порядковый номер в соответствии с предыдущими, то есть вообще следующий. То есть, если это первый, то я пишу номер один. Да, у своего рисунка. Последнее исковое заявление, там у нас номер 1899. Значит, получается, вы пишете 19. Понял, так. Вот, дальше, получается, я думаю, вам уже нужен будет адвокат, потому что я поэтому особо не шарю. Вот, я могу в кредит максимум вот как-то делается. Вот. Понятно, так. А вот если... А за меня может, например, если у меня будет адвокат, он за меня может это сделать? Да, 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 может, может. Взяв ваше показание, получается, он может получать. Понятно, а так, значит, мне найти адвоката. То есть адвокатское бюро у нас где вообще? Где они, адвокаты, обитают? А, инспектор, коллеги, только общество вам. Вот видели, там мужичка получается. А? А мужичок? А, какой? Ну, просто человечек вот этом вот пиджачке, вот в зелененьком таком. В зелененьком, с бородкой. Какому вопросу, граждане? Да. А, это вы мне, молодой человек? Подожди, вас сейчас заебашили, мы говорим по всему вопросу. Да, я, да, да, да. Вот, все, откис. Так, значит, так еще раз, в рюкзачке каком? Уже видели там человечка с пиджаком, с таким зелененьким, вот, и с очками черными. Ну, допустим, я, правда, не помню, но допустим, да. Это заместитель, получается, инспектор коллеги адвокатов. То есть он заправляет, скажем так, всеми адвокатами, которые находятся в государственном распоряжении. Получается, подходите к новому сотруднику мэрии, сейчас просите адвоката, получается, в холл, чтобы написать иск. Вот и все. Вот, все, я понял. Холл, понял. Если не пойдет, то ждете, потому что немного ждете, потом выходит. Если пойдет, то ходит. Все, понял. То есть ждать здесь. А требуйте адвоката, да. Адвокат нужен, позовите, пожалуйста. Я. Адвокат нужен? Да, иск подать. И мне, если что можно, вопросом? Второго какого-нибудь адвоката тоже иск подать. Серега, извиняюсь, решил с вопросом, но... А, что прилип с вопросом, но все-таки хотел бы узнать насчет сроков добавления плюс реп. Да, сделаю. Сегодня, наверное, не успею, потому что уже будет поздно. Может быть, сегодня быстренько сделаю. Так, короче, нам нужно, чтобы за нас этот адвокат сделать. Все, запросил, ожидайте. А? Молодой человек, а вы запросили двух адвокатов, да? Надеюсь. Пока что одного я, но я думаю, он с одним пока будет разбираться уже и с другим сможет. Ну, я так думаю. А, ну ладно, хорошо, спасибо. Тогда ждем. Что двоих это как-то неправильно запрашивать. Потому что у них тоже дела есть. Ну да, ну да. Блядь. Все как в жизни, ребят. Бюрократия, стоите в очереди, блядь. Надеюсь, суд будет не такой скучный. А он не будет сегодня, там неделя это разбирательство будет идти. И я не буду, наверное, присутствовать на суде. То есть это не так делается, Дейл Андей. Это не сейчас поедут, суд начнется. Это не так работает. То есть это работает не так. Хорошо, что Кринжовый ушел. Блять, он реально, он этот чел создал впечатление, как будто он видос записывает, такой: «Да, дурак, брат, он даже подвинять, пойдем выйдем на кулак тебя насадим, бро!» Блять, это такой, сука, такой, блять. Просто. А он, мне кажется, уснул, девушка. Меня не слышно? Надо как-то его будить. Он разбудился. По какому вопросу? Ой, здравствуйте. А подскажите, пожалуйста, судья Мэтью Витон в штате? Сейчас скажу. Угу. Не-не-не, он сейчас не в штате. Ну, вообще, как бы в этой организации, да? Да. Вам забили войну за бизнес на 20.00, 12 на 12. Какое время он бывает? На 76 алкоголь, аллергетики, косяки, спэнк, броня разрешены. Блять, у меня нихуя нет. Я бы сходил, кстати говоря, на войну за бизнес.
А ты начнешь так же как живу себя вести ГТРП? А, но это как Пенти делал. А, вот. Извините, а сколько стоит реакция? Помилование, блядь. Такая статья и. Я точно не знаю. Я не помню статью какую. Ебать, это что такое нахуй, блядь? Я а тебя не взяли знаю, бы? А я бы повысился в ранге, бы я взяли. То, что ее брать, только помилованием можно избавиться. Ну, у нас много статей, можно убрать помилование. Не, наверное, которая навсегда остается, это 71. Что-то. Блять, где адвокат? Слушайте, а мы можем как-то адвоката выцепить, блять, в ментовке, блять? Жесть. Здесь блядь, еще есть кто-нибудь на помилование? Чтобы, да, блять, чтобы это, ждать. Только таким... его сейчас плохо слышно. Не ждать, я не знаю, ну это пиздец, типа. О, слышно стало, на секунду. Скажем так, по ОЦ, если, то с микрофоном он далеко не выйдет. Не надо чертить, пожалуйста. Ой, бля. Господи, люди падают. С вами все нормально, молодой человек? Да, каскадер, я привык. Да, гражданин, хорошо. Да? Хорошо, хорошо. У вас очень, это, связки очень плохие. Пожалуйста, он интересовался, сколько стоит это помилование. Но он не знает, какая у него статья. Кстати, а мне там кто-то говорил, что это 150-200 тысяч, блядь. Это заведение дела до суда 150-200 тысяч долларов, блядь? Серьезно, нахуй? Да. Это у меня же таких денег, нахуй, откуда? Но мы не особо можем это делать, на самом деле. Я могу. Вы можете? В смысле, да, ты могу. Тоже можешь? Мож... Я понимаю, все могут, но на наши эти... Проверки не считаются. А, молодые люди, а вот кто бы забал адвоката, можешь сказать, адвокат откликнулся или их нет? Не-не-не-не-не. Блин. О, можете, пожалуйста, проверить да, его да. статью? А вообще есть адвокат, кто кстати, сейчас? Не знаете? Да. Есть. Понял. Вот, держите. Ладно, пойду попробую выцепить их, может, в полицейском участке. Ну, вас могут повязать, если вы туда зайдете. Не-нет, я не внутрь зайду, я это... А, ну, и попробуйте. Там еще, да. Потому что это пиздец. Если они не ответили, это забей нахуй, это не скоро. Дорогие, нынче заявления? Не, ну у меня нет таких денег, я не могу. Блять, где моя машина? Блять, не понял, а где моя машина нахуй? А, вот она. Какого хуя? Пизда, блядь. Погнали, блядь. Ты забыл. Пиши в репорт, ты не вылезешь здесь. Пиши в репорт. Пиздец. Отпиши в репорт. Ну, да, да, сейчас отпишу. Стой, посмотри, у меня есть фотка в документ. Сейчас, секунду. Есть? Да, спасибо. Брат, посмотри, у меня тоже, у меня просто была, но походу либо старая, либо не знаю. Ну какие мне, чё, у тебя тоже, да, ее нету сейчас, типа не да, отображает? Да. У меня просто прикольная была. Есть. А, есть? Ну, это вам, не знаю, сервис карабин или чего-то там. Бля, ладно, бывает, чат.
Спасибо. Так, поехали в ментовку, чат. Пытается адвоката там выцепить. Если сейчас адвокатов нихуя нет, поедемте работать. Сейчас будем опять в гонку, я думаю, возьму квестную гонку. А потом на шлюх, если в тюрьму не сяду. Вот она жизнь бандита, бля. Если в тюрьму не сяду, блядь, это возьму шлюху, блядь. А если в тюрьму сяду, бля, буду нахуй в тюрьме сидеть. У меня уже одна статья за угонку висит к 100, блядь, пиздец. Вот она жизнь бандита, она. Гудки смотрел прикольные на машину? Да, да, есть, Сметана, у меня денег нет сейчас. Я сейчас не хочу, блядь, грейдить машину, какие-то там гудки на нее нахуяривать. Я бомж ебучий, блядь, у меня 15 тысяч. Я только-только начинаю зарабатывать, блядь, понимаешь? Ну, блядь, ёпт! Добрый день, молодые люди. Извините, что вклинились в разговор. Не подскажете, адвокаты у вас... у вас адвокаты, случаем, нет сейчас нигде? Нужны, нужны толковые, а то там какие-то вообще... Нет, я сам не адвокат, мне просто адвокат нужен, в мэрии очень долго ждать. А, нет, тут нет нормальных. Нормальные есть, нет. Но сейчас мечтайте нормальные адвокаты. А ненормальный есть какой-нибудь? Ненормальный. Да, снизу есть лысый один. А вы можете, пожалуйста, позвать его? И... А это надо мента попросить. А, вы не сотрудник, я понял. Так. Не, в коем случае. А, извините, молодой человек, молодой рыжий человек. Сюда. Молодой человек, будьте добры, да, вот внизу рыжий стоит адвокат. Можете его, пожалуйста, позвать наверх. А, лысого вот этого, нет, самого нулевого. Не-не, адвокат занят своими процессуальными действиями. А, он. Здравствуйте, можно машинку занят сейчас? Я думаю, ждет там. Ну, подлатый, не перебивай, человек можно... разговаривает же. Ну, согласитесь, если он здесь находится, то он либо освобождает, пытается помочь каким-либо гражданам нашего штата. А то сейчас в цели. Так он, может быть, просто стоит, ждет клиента там, и вот я клиент. А, клиент. Тогда обращайтесь в мэрию нашу. В мэрию очень долго они не едут, потому что через мэрию идет вызов, их туда вызывают, и они остаются здесь внизу. Абсолютно верно. Так вы можете просто подозвать его, сказать, что вот здесь молодой человек хочет воспользоваться его услугами или нет? Приезжайте, душный, блядь. Блядь. Все, я понял. Я понял. У нас, ну, банда, не знаю, какое-то толпище людей с оружием. Молодой человек. Убивают, пробивают колеса. Можно у вас попросить, у вас внизу стоит адвокат, могли бы его, пожалуйста, позвать сюда наверх? Записи бодикамеры, она имеется. Я хочу, чтобы вы приняли какие-нибудь либо действия. Я вас очень плохо слышу. Да, ну хорошо. Ну, не надо. Сейчас. Меня потом за тебя мудака садят, давай теряйся. Не-не, Серёга, один на один. Не-не-не, теряйся. Так, я не услышал просто, что вы сказали, ну ладно. На стульях посидите, подождите, сейчас придет. А, все, спасибо большое. Вот этот нападает в маске белобрысый. Ой, блядь. Угрожает. Видите, уважение, я не белобрысый, я... Бля, какой душнич, блядь, да, вот там вот. Просто я работал ментом, достаточно, ну, так, нормальное продолжительное время, и я просто, ну, я понял, как я работал, то есть позвать меня еще что-то, я отказывал, только когда мне надо было ехать резко в патруль, и я там на улице, там, или еще что-то. Когда попросили, там, я иду и могу сопроводить, вообще не в этом. Он занимается своими процессуальными действиями, вызовите через мэрию, блядь, еще что-то. Господи, чел, блядь. Может быть, сразу за шлюхой? Там ЖКД час у задания, да и угон уже... Нет, сначала как раз таки угонку надо, а потом шлюхами, пока угонка на КД. Понял, блядь! Понимаешь? Think about it. Это хитрожопость, блядь, хитрожопость. Я надеюсь, меня менты не тормознут, блядь. Ты же не проходишь, что ты стал там? Давай теряйся. Блять. Слушайте, отмычки — это нелегальная хуйня, просто он у меня отмычки не изъял. Или он не мог это сделать? А, это легал, да? Блять. Сука, блядь, адвоката вызовите!
Молодой человек, а вы тут кого ждете? Зачем мне твои документы, поросеныш? Бля, мне кажется, они не позвали нихуя. Мне кажется, он просто сказал, сидите, ждите, блядь. Молодой человек, пс! Молодой человек. Здравствуйте, можете позвать, пожалуйста, адвоката, который внизу находится у вас? Лысый, по-моему. Че? Спасибо. Какие душничи здесь, блядь, работают в ментовке, блядь, какие-то. В мою смену, нахуй, такого говна не было, блядь. Ща. Блядь, да. Бля, как трудно адвоката, блядь, найти, пиздец. Просто я в шоке. И нагнитесь. Я что делаю? Достаю пенис. Может. Блядь, кто-то пенис достает, блядь. Кажется, адвоката там нагинать. Мне кажется, адвоката там реально в жопу ебут, блядь. И по-другому я не вижу. Другой причины я не вижу. Так в мэрии найти его проще? Нет, они вызывают, в мэрии адвоката нет, блядь, вызывают, нихуя никто не приходит, даже не отвечают, то есть там происходит вызов, они, блядь, даже не отвечают. Ой-ой-ой-ой, блядь, тихо, занесло, блядь, скользкий пол, пиздец. Бля, ну походу все, пизда, блядь, ладно. Короче, в следующий раз идем угонку делать. Это мы заебемся ждать, блядь. На банане кто-то едет. Все, так. Ебашим в штаб якудзы. Жди, сейчас поищу. Не, ну ты поищи, блядь, сейчас он мне понадобится, Бреднок. Сейчас я за угонку, блядь, сяду в этот, как его... Сейчас я за угонку, блядь, сяду. Меня наверняка долбоебы опять неправильно задержат. Мне сейчас нужен будет адвокат. Сейчас мне понадобится, блядь. А то в первый раз меня уже задержали неправильно, блядь. Адвоката не было, сука. Я бы не сел в тюрьму. Блядь, маску порвали, долбоёбы меня. Чат, gta5rp.com. Заходите на сервер. Прикольно, кстати, здесь, да? Сервер прикручен к реальному времени. Вот мы сейчас с вами зашли рано. Видите, такой закатик, еще что-то, блядь, такая приятная атмосферка. Может, шлюх покатаем? Нет, сначала угонка, а потом уже шлюхи. То есть, потому что угонка у меня уйдет на КД. И как раз пока угонка на КД, я буду заниматься шлюхами. То есть мы сейчас просто пораньше поставим ее на... Ой, блядь, не туда. Мы ее сейчас пораньше просто поставим на этот... На почту заедет, там 50%, что она на почту вернется, если ничего не менялось. Кто вернется на почту, блядь? А, маска? Не, в смысле, блядь? Они же ее конфисковали, как бы, нет? Это как это работает, блядь? Понятно, блядь. А, еще контрабанду мы можем, ребят, покататься с ней. А, чекните чат. Чат, чекните. Так. Тайга. У тебя есть сумка какая-нибудь? А что это такое, кстати? Нет? У тебя микро тихая. Ну ладно. Нет. Да я понял. Бля, не вижу, где тачку забирать. Как у тебя жизнь, рассказывай.
Это я завонял через середину карты, через самую высокую гору, самое удачное. Через середину карты, через высокую гору, блядь, я себе знал, чувак, о чем ты? Можно я тебя ударю? Разок. Я потом тебя выстрелю. Ладно, не буду. Блядь, пиздец. Чат, я не вижу машину, которую я должен угнать. Вы видите? Мне метку не дали? Я вообще взял или нет? Подожди, что за... А, да. Я зайду. Наварин драйв, блядь. А задание взялось? Да, да, взялось. Вон же оно висит. Где-то на севере? Окей. Сейчас гляну. Так, где-то на севере здесь, что ли? Марин Драйв, блядь. Где вообще Марин Драйв? На севере я нихуя не вижу. А угонка всегда вот здесь, в городе? Или нет? Ну, блядь. В пустыне середина карты вроде. Ну, блядь, нихуя нет здесь. А, вот же она, пиздец. Все. Погнали. А контрабанду интересно сколько... Надо контрабанду будет повозить, блядь. Это будет интересно. К боту 7 минут никто не подходит. Отмычки взял? Да, да, 4 штуки у меня. Бля, надеюсь, сейчас будет нормально. Интересно, куда мне надо будет везти ее. Четыре минуты КД у контры? Ты о чем? Нихуя себе, вот это я разворот дал. Пожарка. Надо, короче, путь какой-то пиздатый выработать, блядь, к точкам. Надо быть профессиональным угонщиком. Реально по горам, по лесам возить машину. Все как в реальности, понимаете, чат? Это GTA RP, это жизнь. Что-что? Дорога посередине, а не по боковым трассам. Не-не-нет, я по боковым трассам-то и не езжу. Я тогда ездил, проехал слева, там никого не было, и у меня просто взяли, потому что там, блядь, точка была прямо рядом со шерифом, блядь, пиздец. Это лучше, чем жизнь, по факту, да. Жизнь говно, блядь, понимаете? В жизни тебя постоянно кто-то обижает, нужно что-то делать. Хотя здесь я тоже обижают, блядь. Менты всякие ебучие.
Нихуя, блядь, нормально. Жалко, что у них скорость ограничена у всех 140, блядь. Они зависят от машины, как тебе повезло. Да, чат? Ну, блядь, алло. Было прикольно. Ебать, вот сюда. Пиздец, вот здесь проехать может быть? Вот, вот по этой. Во-во, по этой дороге проедем. Наш специальный кадромантный путь, блядь, чат. Вот так вот надо угонки возить, блядь. Обходными путями, блядь. Но у вас больше нет банды Конкримен? Не-не-не-не, сейчас больше нет. Ну вы потусили в ней, посмотрели механики игры, как все работает, прикольно было. Сейчас, правда, войну семей, вот это вот и прочее, и войну за территории сделали гораздо более круче. То есть ребята сделали охуенную обнову, которая должна была быть давно. Идут забивы, и когда вы хуярите, там больше нет произвола вот этого ебаного. Залетают тачки какие-то, блядь, на крышу. Какие-то менты приезжают саппортить, которым запрещено, и ты потом должен нахуяривать на них жалобы. Сейчас, если идет пизделка, вас набирается сколько на сколько, вас телепортируют на зону, и там происходит такой, как бы, стрелковый матч. Кто его побеждает, тот забирает территорию. Охуенно, заебато, пиздато, круто, вообще ништяк. Вот, блядь, давно надо было так сделать, потому что, когда мы хуярились, блядь, это был просто беспредел, это был пиздец. А они вот так вот зафиксили этот беспредел, и это очень круто. И из-за этого матчи даже стали более тактические, что ли. То есть, как, знаете, как 5 на 5 в КС-ке, или 10 на 10, или вот там 12 на 12, как за бизнес. То есть, это стало как-то, блядь, это, ну, прям... Опасный путь? Я, мне кажется, здесь не опасный путь. Мне кажется, здесь менты не должны ездить. Они все по этому тусят, по шоссе. Есть бонусы за неповрежденную машину? Нет. Через ментов еду вроде? Нет. Вообще нет. Неужели, ребят, первая наша угнанная тачка? Так, а второе задание на угон я могу взять только... Второе задание на угон я могу взять только... О, нихуя себе пизделка, блядь. Смотрите, видите?
Я могу взять только после КД, правильно? А? Чё, блядь? Блять, а куда сдавать-то здесь? А, во. 7500, блять! Ебать. Нормально, нахуй. Так, мы сегодня получим Нет, не получим еще. Одной экспы не хватит. Бля, это пиздец, конечно, заебись. Так, едем дальше, теперь шлюх едем возить. Такси надо вызвать, наверное, не ебу, блядь. Правда, сколько такси с меня возьмешь, чтобы отсюда съебаться? Вообще прикол, как вчера оплатил подписон, так он у меня не отображается до сих пор. Пробовал еще раз оплатить, но вот это ошибку. Геймер, напиши, у тебя деньги сняли, банку напиши в техподдержку, это за секунду решат. Деньги сняли, просто платеж, покажи, банк тебе либо деньги вернет, либо это. Бля, хуёво, знаете, что самое говёное потом? Это съёбывать из этих мест. Блять, куда идти? Не больше 300, думаю. Блять. Поплавать и случайно задохнуться? Не, ну так-то мысль. А, ну или перезайти можно, да. Да, перезайти и отреспавниться, кстати говоря, в этом. Давайте так и сделаем. И отреспавниться прям там, у нас. Но 7500 за удачную гонку, блять, это просто охуенно. Спасибо, Venom Keep, за подарочную. Вот тебе подарили, геймер. Видишь, какие у нас ребятки хорошие. Час 16 минут. Нихуя себе, какой долгий КД. Так, давай работа с утенером. По рукам. И где, блядь, он мне точку нахуй отметил? Схемы делал? Нет, мне еще не предлагали. Так. А, вот она. Все, вижу. А, ну у меня один хуй нет машины-то. А, 10 минут, блядь, таймер пошел? Пизда. Блядь. А, ну ГГ. Чё я могу сказать? Бля, вот этого я не знал. А, на штрафстоянке. Так, сейчас надо, чтобы нас довезли. А, Никита, Никита, бро, ты можешь меня довезти до штрафстоянки, пожалуйста? До штрафстояночки можно? У меня просто время тикает, мне нужно шлюху отвезти, а у меня машина в этом. Блять, долбоёб ебаный. Так, ребят, кто может довезти срочно до штрафстоянки? Шлюха, так сказать, горит тачка на штрафстоянке. Поехали. Спасибо большое. Какая его машина-то, блядь? А, вот это вот.
Благодарю. Бля, заебись, блядь, на быстрой машине-то, охуеть. Вы знаете, вот что я понял? Вот когда играешь бомжом, ты понимаешь, насколько важна, блядь, охуенно быстрая машина. Пиздец. То есть, когда у тебя сразу машина и все такое, тебе похуй на это. Ну, у тебя же быстрая. А вот когда ты играешь, блядь, и катаешься на каком-нибудь говне медленным и так далее. Ебать, насколько это есть удобно все это. Все, спасибо большое. Швеечку не желаешь сделать? Что-что? Швеечку не желаешь сделать? Швеечку? Да. А я не знаю, что это такое. А что надо сделать, давай? А у тебя какой уровень? Сейчас скажу, второй. А, тогда нет, я не догадываю. Ладно, ладно, спасибо. Тогда с пятого уровня... У вас уже есть машина? В смысле? Она же на штрафстоянке, блядь! Так она на штрафстоянке, блядь, написана. Гражданин, схемы сделать не хочешь? Я бы с радостью, я бы с радостью, но у меня не позволяет время проживания в городе. Понял, понял. Гражданин, а вы с кем сделать желаете? Блять, мне нужно в гараж, получается, пизда. Ну я проебал шлюху, все, я уже не успею сделать. Блять, дед, а чё ж ты еблан мне сразу-то не сказал? Поищи ее там, она не там, блять, она вот там стоит, где она стояла, блять, пиздец. Все, минус шлюха. Молодой человек, можно вас попросить довести меня до парковки? Да. Спасибо большое. Ничего себе, у вас быстрый кар прям, офигеть. Первую? А, любую, мне просто надо машину, так сказать, туда это... вызвать. Там NPC говорит, ты не читаешь? Ну так, блядь, сука, нахуй, а сказать, блядь, нельзя просто! Предупредить, блядь, NPC нахуй у него говорит, блядь, ебель старый. Благодарю, спасибо большое. Так, теперь. Ебать, блядь, 380 баксов проебал. Так. И где, блядь, она? Чё, блядь? Блять, и наверху что ли? Блять, ну все, проебали шлюху. Кстати говоря, у меня я не вижу еще и цели, куда мне ехать теперь. Да, потому что мы тачку поставили находить. Осталось. А нет ключей, это не моя. А, блять, вот она, пиздец. Я не помню, где она. Где-то здесь была, но я заебусь искать. Блять, говно ебаное. Ну все, поехали обратно, чё. Шлюх мы не повозим, проебали. А, у пожарки вплотную была. Поехали. Может быть, успеем. Хотя навряд ли. Уже, мне кажется, 10 минут прошло. А мне к ней нужно подойти и взаимодействовать с ней? Или я подъеду, она как бы сама сядет?
чё, блядь? Это чё, блядь, за хуйня была? Не, по мне стреляли просто. Успел! А куда ебашить-то, блядь? Нихуя, блядь! Не-не-не-не-не-не. Я не поеду через то шоссе, блядь, со шлюхой. А, подождите, 10 минут это на все, и на то, чтобы ее привезти, и на то, чтобы ее забрать? А чат? Ну, наверное, да. А, 10, чтобы добраться, и 10, чтобы отвезти. А, ну тогда все нормально. Я так, своей, так сказать, своей дорожкой еду, ребята, да. Но прикольно, бля, 7500 за угонку, вообще кайф. Надо еще контрабандой заняться. Все норм, я один раз на автобусе возил и успевал шлюху на автобусе. У полиции помечается, что ты везешь шлюху? Да, если они меня увидят на карте, они видят, что у меня шлюха сидит. А, ну все, здесь уже правильно везет. Бля, пизда, она там возле, блядь, ментовского участка. Ну что за трэш на самом деле? Короче, я вот так с горы... Блядь, мне похуй, я вот тут с горы похуярю, блядь. Take me home, country road. Da-da-da. Da-da-da. West Virginia. Что там, блядь, дальше? Ой, пиздец. Там по пляжу не лучше, по пляжу... Не-не, там нихуя не заедешь потом. Там вот так вот надо. Ну-ка. Нихуя, блядь! Блядь, пизда-то нахуй. Бля, ребята, gta5rp.com. Люди развлекаются как могут, блядь. Охуенно. Бля, круто было. Прикольно, прикольно, да. Ну, хотя точка сдачка близко к местному участку. На самом деле, я правда не понимаю этой хуйни. Это какое-то дерьмо.
А, блядь, я здесь не смогу через горы разъебашить, поскольку он тут заезд на горы. Я думал, я вот здесь смогу как бы с горы ебануть, но походу я не смогу этого сделать. Блядь! Нет, 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 нет! Короче, нахуй эти эксперименты. Поедем, блядь, по этой хуйне, блядь, иначе сейчас вообще пизда будет. Шлюха в ахуе, блядь. Она, конечно, много повидала, но такого. И чё, как сдать её? Всё? 5000, блядь! Ебать, блядь! Погоди, а... Нормально. Слушайте, а как его? А на шлюх есть КД? Час. Так, а контрабанда? Как контрабанда делается? Я вообще контрабанду сделал. Типа контрабанду я там покупаю за свои бабки. 60. Каждые 4 минуты набираешь побольше и возишь по точкам. А, то есть раз в 4 минуты подходить покупать?
Да, чат? Или можно сразу купить много? Ограбление дома делал? Не, мне, я не знаю, где взять это задание. Как же меня бесит Twitch в мобильном браузере? Ну да, у них он ебаный максимально. Саб 20! Мур-мур-мур-мур! Дед, у меня кошка уже минут 10 сидит у экрана и втыкает на твою вебку. Ты как это делаешь, блядь? Котик, привет! Короче, вопрос в другом. Я могу одну контрабанду покупать раз в 4 минуты, блядь, или что? Или я могу сразу купить там, блядь, на все бабки и пытаться развести это? Но контрабанда вроде никак не помечается, да, у ментов? А, бля, ну контрабанда какая-то ебаная хуйня. Я сейчас почитал зубозавр. Что-то контрабандой впадло заниматься. Так, я тогда предлагаю перейти в мирное существование. Как насчет решить вопрос с рыбалкой? Ну, то есть стать рыбаком, блядь, торговать рыбой ебаной, блядь. Или, может быть, охотником, блядь. Может быть, охотником, блядь, стать? Ну, охотником надо же лицензия на оружие наверняка, блядь. Как, когда вообще процесс? Что надо для охоты? Вот давайте охоты, окей. Ну, лицензии, еще что? Там какие-то справки медицинские, блядь. Бюджет около 80 тысяч. Бля, мне еда нужна, кстати. Блядь, 80 тысяч, нахуй, чтобы стать охотником. Не, ну нам вообще нужна эта хуйня. Блядь. С металлоискателем по пляжу ходить? А для этого что надо? Давайте с металлоискателем реально по пляжу походим, пиздец. А нужна какая-то лицензия? Или я просто металлоискатель покупаю и все? А, не нужна? Ну да, погой, короче, хавку куплю и металлоискатель. Поедем на пляж. Но там фиг что найдешь, а я найду что-нибудь. А, металлоискатель плюс лопата. Давайте, 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 давайте попробуем. Давайте попробуем. Мне кажется, будет весело. А куда это потом продавать надо? Это унылая хуйня, мусор будет часто попадаться, блядь. Ну и похуй. А кому это потом продавать? Там есть сундук, картинка, понял. А вдруг я сейчас, короче, суперклад найду, чат. Бля, билетик надо купить, погодите. Как там лотерейка? Слушайте, а если я выйду из игры, лотерея, он как бы, если я выиграю в ней, мне засчитает победу? В подарок будет приз, понял.
Старинный дублон от 1000 до 3. Самородок от 2 до 5. Старинный инструмент от 6 до 10 тысяч, блять, выкинуло. Медаль гражданской войны от 9 до 15. Старинные украшения. Еба! Нихуя! Да, блять, все! Все, все пляжи мои, блять! Пизда! Сейчас нахуй все, блять! Тысячи, блять, миллиард долларов я подниму! Нихуя, блять! Сука, все! Вперед, блять! Пизда, я в машине, нахуй, надеюсь, окажусь. Сука, блядь. А, вот, может быть, она въебалась. Блядь! Ну, пизда, блядь. А металлоискатель в магазине можно купить, да, ребят, с лопатой? Блять. В синем сундуке на карте? Понятно, сейчас хавки куплю. Бля. Ну это выгоднее будет. Это дорого, пиздец. Бля, теперь мне нужно выбирать, какую еду хавать. Спасибо, бездельник, большое за 3 подарочные. Благодарю тебя, бро. А для настроения выгоднее взять колу. Здравствуйте, Евгений. Так, блять, он меня, может, довезет до штаб-стоянки? Машина же на штаб-стоянке, правильно? В гараже, блять? Понятно. Жалко, не заведена. А довезете меня до штаб-стоянки, Евгений? Спасибо большое. Бля, чат, я хочу побыстрее прямо попытаться найти что-нибудь. Благодарю. Что будет? Там какие-то дебафы начинаются. Вот говорят, что... Блин. Схему не хотите сделать? Нет, я не могу. Пока. Понял, да. И там ребенок нахуй, пиздец, у челика. Блять, опять эта проблема ебучая. Что машина, короче говоря, надо через блядскую стоянку. Ну пиздец, блять. Ну охуеть, я с вами добегу. О, таксист. Такси! Схема этого КТП, не желаешь, друг? Не у меня этот, не могу, 2 года пока в штате. Ладно, работаешь. Спиздил, блядь. Там челик то ли вылетел, то ли что-то нахуй произошло.
решили ситуацию. Нет. Пиздец. Вылетел через лобовой вопрос. Закончить работу. Бля, мне теперь надо осторожнее рулить, потому что я могу это... На всякий случай я не буду заканчивать тебе работу. Что, блядь, не хватает денег? В смысле, блядь, не хватает денег? А, на банке? Блядь, пиздец. А, я же все это время оплачивал-то. Ой, блядь, какая хуйня. Ладно, поехали. А, ее не обязательно эвакуировать, а может быть заспавлена? И куда ты едешь, ты не видишь? Ты куда едешь, блядь? Ты по встречке хуяришь! Или я по встречке хуярю, да похуй, блядь, короче. Пополнить... Личный. 10 тысяч нам понадобится, да? Чё ты мычишь, блядь, алё? Ты чё мычишь, блядь? Ты чё мычишь, блядь? Ты чё? Максимальный кринж, нахуй. Да, ее не было там. Потому что я когда жал найти, ее не находила. Как думаете, перед тем, как идти работать, мне... как считаете, стоит подлечить жопу свою? Нет ключей? В смысле, блядь? Блядь, она еще выше, что ли? Стоит? Так, куда мне ехать? А, ну давайте. Это не она? Блядь, да сколько здесь одинаковых машин-то, ебать?
Еще выше. Он не доедет, блин. Бля, уебанство. Почему нельзя свободные места... Пиздец. А почему нельзя свободные места нормально хуйнуть просто вниз? Ладно, я не буду продавать это место. А на сколько? 80 в день с меня снимает? А, можно вручную, блядь? 80 час? Не, нахуй, блядь. НФТ нет? Да, да, конечно. Все. Че, у тебя бургер еще есть? Я назову. Да ты, бля, вообще. Так, надеюсь, меня не собьют, блядь. Так, а после этого и на синий сундучок. Если ты ее эвакуируешь, то надо спрятаться там же на стоянке. Чё, блядь? Чел, когда у меня есть место, я понимаю, что она будет спавниться там, где, сука, у меня место. Тихо, к чему это выспал? Скинул ВК, где спаун кладов? Мне неинтересно. Я сам хочу поискать. Тебя никто не просил этого делать. Советчик ебаный, блядь, который бежит впереди паровоза. Спаун кладов, блять, он знает. Так. Здравствуйте, молодой человек. Может, таблетку от головы? Противопоказаний нет. Спасибо. Так, теперь синий сундучок. И... А, да. Ну все. Погнали! Бля, прикиньте, сейчас повезет и поднимем бабок дохуя. Вот это я охуею. Слышал, ты красивую тяночку, члену будешь? Нет, спасибо. Так. Металлоискатель 10 тысяч, бля, пиздец. А лопату где взять, блядь? У рыбака? Блядь.
Блять, у того, который наверху? Подожди. Я где-то рыбака видел. А, вот там. А, вот здесь. Здесь? Не? А где? Где вторая больничка? Так. Вот здесь. Ебануться. Да. Бля, мы сегодня вообще успеем, блядь, клад поискать? Сколько там по времени, чат? Ну мы там можем уже поиски устроить, там рядом пляж. А, успеем, успеем, успеем. Мы сейчас заедем за пару минут. Успеем, успеем, изи. Блять, нахуя. Кстати, а колесо мою фортуны, колесо удачи через 2.33, блять. Фортуна не сегодня, а фортуна не... А фортуна никогда, потому что... Там сколько надо пробыть? 4 часа в игре, да? Чтобы крутануть колесо. Я в колесе онлайне тачку выиграл самую крутую случайно. А в колесе ты мог выиграть ее не случайно? Гений ёбаный. Говорят, читы какие-то есть на казино. Ой, блять. Так, быстрая ходьба мне нужна там, да? Бля, вот это хуйло, бля, здесь тоже, что ли, это? А лопата как используется? А, понял. Так. Ща.
Как быстрая ходьба называется? Торопливая? А, быстрая. А он пропищит или что? Бля, какой-то пляж говна. Не, ну здесь точно нихуя не будет, блядь. Возле океанов, да. Не здесь, да. Точно. Здесь какая-то хуйня. Бля, как его убрать? Вверх, вниз, а, вниз, все. Так. Куда едем, чат? На какой пляж? Нужен большой пляж. Какой выбираете? У военной базы? Блять, я не помню, где военная база. Санта-Марию? Мне ничего не говорит. Санта-Марии, Санта-Хуи, я не ебу, где это находится. Север, запад, юг, восток, блять, где? Запад? А где именно, какой именно западный? В какой точке? Вот сюда? Куда-то? Сюда? Я не ебу, где на где болото, блядь. Под мостом? Ну давайте оттуда начнем. Погнали. Потому что славян не хочу его делать. Поэтому, блядь, убрал. Как настроение? Да никак, Думсдей, хуёвое. По большей части. Ой-ой-ой. Сюда. Это не тот мост? Чел, мы вообще не тебя слушаем. Нам на тебя похуй, блядь, что ты там говоришь. Какой, блядь, мост? Привет, Роман. Нет, я только еду. Мы ни на какой, блядь, мост, блядь, у военной базы не собирались ехать. Вообще можем, наверное, здесь... А, нет, здесь не можем. А, или здесь можем... Нет, здесь не можем. Главное не ёбнуться тут.
Бля, почти доехали. Надеюсь, повезет. Безумный трюк плюс 50, блять, Рафлан. Блять, а здесь будет нормальный съезд на пляж-то? Дальше, наверное. Нормально. Ну, принимаемся за работу, чат. А насколько далеко от берега может быть? Прям вот насколько примерно ходить? Где? И как далеко он пищит? А, спасибо, Думсдэй. Какую ставочку, сокровища или мусор? Ну, поднимите ставку, быстренько. Ну, если модеры есть, пусть поднимут. Блядь, здесь еще непонятно, сколько далеко можно отходить, блядь. Вот где, как бы, считается берег. Чё-то нихуя вообще нет, блядь, чат. Хоть бы мусор запищал. А, добавьте еще третий, блядь. Надо было еще третий вариант, нихуя не найдет. Работа не для слабых духом, пиздец. Короче, у меня своя тактика, я не буду так юлить. Я буду вот так вот бегать, а потом пробегу обратно еще. Чуть повыше. А, там большой радиус. Блять, мне сказали 10 шагов каких-то, блять. Вот здесь, окей? Нет, вы скажите, как далеко может быть сокровище от берега, блять? Он может быть на всем пляже, вот может быть у горы, блять, вот тут вот, где пляж. А, не только берег, блядь. Ну тогда это все меняет, лол. Привет, Кунгас. Чем дороже клад, тем меньше радиус его зацепа.
Сколько там осталось по времени, чат? Походу мы нихуя не найдем. Нихуя, чат. Музычку на фон. Включить ее надо. Бля, реально, где... Где помойка хотя бы? Бля, неужели пустой пляж? Самое лучшее вложение 10к, бля, пиздец. Реально 10к, блять, проебал. А она будет, ну, заметно пищать или нет вообще? Я услышу с музыкой. Заметно. 10300, да, блять, еще лопата ебучая. Угонка и половина шлюхи пустую, я об этом же подумал, да. Бля, пляж говна какой-то. Да к нему спуска нет, то есть я буду терять что-то. Бля, чат, обидно, даже мусора нет. Неудачный пляж. Еблан выбрал из чата, блядь, сука. Выкопали уже все. А, так сказали, что, короче, каждый раз, когда зарплата не спавнится. Правильно я понимаю? Так зарплата как раз была, когда я приехал на пляж. Пособие выплатили по безработице. Я точно включил.
Так это не зарплата? Блять. Блять, нихуя нет, пиздец. Бля, чат. Потери. Минус 10 тысяч. Не, ну это нормально, что там даже, блядь, мусора нихуя нет. Просто, ну и на пляже нет ничего. На Кайо парике охота плюс склад ЗБС комбинировать. Блять. Что-то я заебался уже, блять, искать. Не, ну вот это, конечно, хуйня зона. Просто хуйня, блять. Сюда я больше не поеду. Здесь вообще ничего нет. Кам года, да пиздец. Бля, ну это бред какой-то, пиздец. А по новой атаке титанов запись будет? Нет, не будет, потому что мы ее не посмотрим, и мы ее не смотрели, и не будем смотреть. Бля, какая хуйня. Что за бред? Да не, должно быть на любом пляже. Бля, странно, что реально нет. Я писал унылые хуйня минут 40 назад? Не, нет, просто забавно, что даже мусора нет. Я больше охуеваю с того, что... Да, я ставил номера. Я больше охуеваю с того, что... Типа, нихуя вообще. Да, мы огромное расстояние прошли. Ну хотя бы одно-то, я хотя бы мусор хочу выкопать. Надо знать, где искать, это тупо у них.
Блять, ну это реально тупорыло, блять, сделано, если у них такая хуйня. Что у них стандартные точки постоянно одни и те же. Геймер, они тебе вернут Twitch, если что. Или поставят тебе 2 месяца подписки еще. Не, ну это пизда. Какой бред. А это военные базы или что? До военной базы уже дохуярились. Найди хоть что-нибудь, ты пиздец. А какая ошибка, геймер, ты можешь сказать? Последнюю секунду запищит. А сколько там осталось? Блять, мразь ебаная, пизда! Сука, блять. Ты чё, блядь, здесь делаешь? Это мой пляж. А кто тебе написал, что он... Я написал, а там, пометил территорию, чё, запах моей мочи не чувствуешь, а чё ты, блядь, здесь на этом пляже делаешь вообще? Ничего не знаю, таблички не видел. Так видел таблетку, так, давай, блядь, отсюда, нахуй. С моего пляжа. Блять, ёбак. Но уже нет смысла туда идти, получается, он уже бы нашел. Да похуй, что он нашел или не нашел. Мне поебать, потому что просто. Ой, блин. А вот здесь в кустах может быть? Это считается пляжем еще или как, блять? Вот эта хуйня. Да. Пиздец, блять. Бля, ну запищи хотя бы чуть-чуть. А, геймер, ну тебе должны будут вернуть, не бойся. Куда мы уже добежали-то, блядь? Нихуя себе.
Да видел я игру Have a Nice Death. Ой, бля, ну короче, чат Габелла. Пиздец. Бля, я думал, что мы мусор хотя бы найдем. Чтобы хоть как-то окупить затраты металлоискателей, похоже, придется организовать казантип на пляже. Да.